Хочу познакомить вас с сортом томата, который называется «Тигренок». Этот сорт относится к среднеспелым сортам. От появления всходов до сбора урожая проходит где-то 3,5 месяца. Такие очень красивые плоды, красные, с желтыми штрихами, полосатенькие. Созревает он кисточками. В кисточке может быть до 12 плодов. Очень мясистый помидор. Не растрескивается, лёжкий. Масса каждого плода от 40 до 80 грамм. Вкус этого томата сладкий, с легкой кислинкой. Но чем больше дождей за лето проходит, тем немножко кислинки больше в томатах. Сорт очень урожайный. С одного квадратного метра можно собрать до 10 килограмм томатов. Вот я сорвала кисточку томатов. Не такие и не черри, а коктейльного типа томаты. Очень удобно закатывать в банку. Вот для примера я взяла пол-литровую. И туда поместится, сейчас посчитаем сколько. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 томатов поместится, если добавить специи еще. Очень нарядно будут смотреться в банке. И зимой очень приятно кушать такие красивые помидоры. Сейчас разрежем один томат, посмотрим, какой он внутри. Вот такой томат имеет две камеры. Очень сочный, сока много. Этот сорт великолепно подходит для закаток в банке, для приготовления различных соусов, кетчупов, в свежем виде покушать. Очень вкусный. Деткам очень хорошо давать такие томаты небольшого размера. Детям это интересно. Такие полосатенькие, красивые, симпатичные помидорки.